Today we have two small topics. Today's topics are session and cookies. I also told about many-to-many relation about database, but this topic I will explain, I think, in some practice lesson, and I will record and give you a link to a video, okay, about many-to-many relation in databases. Because we have to follow the syllabus, and today's topic is sessions and cookies. То есть вы поняли, да? Я вам отдельно сниму на many-to-many, я отправлю какую-то запись. Что такое? Давайте, ладно, дальше. Что такое куки и сессия? Есть понятие в любой веб-разработке начинается с этих двух понятий: куки и сессии. Куки – это те данные, которые у вас хранятся на браузере. Данные, которые браузер запоминает. Например, когда вы заходите на какой-то сайт, например, давайте я Firefox открою лучше. Когда вы в первый раз заходите, например, на какой-то сайт, мы вот проверяли, вроде в Технодоме есть такая вещь. Вообще в любом интернет-магазине, когда вы заходите, он у вас спрашивает, например, город. Вы находитесь в Алмате или в другом городе. И здесь он сразу... вот зашли в технодом.кз. Здесь вроде тоже можно, да, отслеживать. Сейчас, секунду. Состояние работает. Нет, вот здесь. Подробнее. Нет, здесь немножко посложнее, да, смотреть. Сейчас, секунду. Нет, здесь посложнее смотреть. Cookies, я хочу посмотреть. Просто здесь легче было. Я просто сюда уже заходил. Смотрите, когда я захожу в технодом KZ первый раз, он предлагает мне город. И когда я пишу город, да, это у меня Алма-Ата город, он мой город запоминает вот в моем браузере как город Алма-Ата. Я просто, почему вам показываю в Firefox? Потому что через Google Chrome я уже заходил. Через Google Chrome заходил, и здесь он у меня не спрашивает уже. Почему не спрашивает? Потому что я до лекции еще зашел, он у меня спросил, с Алматы вы, да, я отметил, да, и все. И как посмотреть, как он эту информацию сохранил у себя, что я из города Алматы? Я захожу сюда и говорю настройки файлов куки. То есть куки – это просто информация, которая запоминает какой-то сайт, например, Технодом.кз запоминает свои cookies. Там, скажем, Каспий.кз запоминает свои cookies. DLIAQ.KZ свои куки запоминает. И здесь я куки открываю, смотрю, какие куки у меня сохранились в Технодом.KZ. Вот Технодом.KZ, захожу, файлы куки захожу. И здесь смотрю, у него какие-то есть значения непонятные. И здесь я не знаю, в каком, он же не будет вам показывать прям как сити и так далее. Он здесь где-то сохранил, что мой город, да, это Алма-Ата. И больше это не спрашивает. Например, если зайдем в ВК, в ВК более понятнее сейчас покажу. Вот я захожу в ВК, и он мне всю информацию предоставляет на английском языке. First time here и так далее, и так далее. Почему? Потому что он думает, что я англоязычный, что я там американец. Или... Смотрим сейчас куки, заходим в настройка сайта, настройка файла куки. Заходим в куки в ВК, файлы куки. И здесь у него есть, здесь я уже находил. Есть такой куки, называется Remix Lang. Вот. Remix Lang, у него есть куки, у которого значение 3. Да? Да, значение вот 3. И этот куки он сохранил до какого периода? Здесь у любого куки на браузере есть срок как бы хранения. Он этот куки будет хранить там почти больше года, да? Начиная с 12 апреля хранить до 18 апреля 2022 года. То есть он будет год хранить куки Remix Lang со значением 3. Значение 3, я так понял, это походу английский язык, раз он мне все на английском предлагает. Теперь я говорю, сейчас я обновлю. Здесь он должен был где-то предлагать. Давайте вот так сделаем. Я обратно зайду в куки. Куки – это просто информация на стороне браузера, да, народ, вы поняли. И куки, у каждого сайта свои куки, то есть у каждого домена. ВК хранит свои куки. Куки хранятся прямо вот здесь, на браузере где-то. Если он не хранится на сервере, да, он хранится на браузере.
Давайте я возьму вот этот куки Remix Line только что шну. Вот этот. И удалю, смотрите. Я прям насильно его удалю. Именно внутри vk.com я куки Remix Line, то есть language, я удалил. Видите, он сейчас мне ничего не предлагает, чтобы я выбрал там какой-то язык и так далее. Теперь обновляю. Теперь он мне вот здесь высветил Switch to English. То есть он мне, походу, как-то по географическому положению нашел, что я там с России или из Казахстана. Сделал мне Remix Slang, автоматом поставил на русский. Давайте посмотрим. Что-то он автоматом все делает, слишком умный, да? Он мне опять Remix Slang поставил, значит. Он мне поставил Remix Slang со значением 0. Я так понимаю, 0 это какой-то айдишник там русского языка, например. До этого было 3, 3 это было какой-то айдишник там английского языка. То есть он по этим числам понимает какой-то язык. Вот он мне по умолчанию поставил значение 0. Я говорю окей и нажимаю специально, хочу посмотреть, нажимаю switch to English. Нажимаю switch to English, он мне все на английский поменял. Обратно захожу в куки. Обратно захожу в куки. Смотрю, Remix Slang где. Вот. И значение уже стоит 3. То есть vk.com в файлах куки хранит тот язык, который я выбираю для сайта. Теперь, если я буду заходить, как бы зайду, да, авторизуюсь и зайду, везде у меня будет все на английском. Там messages, friends и так далее. Пока я сам не поменяю язык, да, на русский, там, на казахский и так далее. Какие еще данные могут хранить? Технодом может хранить твой город. Тот же технодом мог бы хранить валюту, да, каким ты будешь расплачиваться, там, например, в рублях, в тенге, в долларах. Где-то он мог предложить, сказать, как вы будете, как вам удобно расплачиваться, например. Так он не предлагает, так как это чисто казахстанская интернет-площадка. Если бы это была какая-то мировая, он бы предложил, я бы выбрал, например, в тенге, и он бы это тоже в куки сохранил бы. Да, что пользователь, который заходит с этого браузера, будет как бы в тенге хранить. Понимаете, да? Обычно сайты хранят вот, языки, какие-то настройки, да, языки, там, какие-то, может... Алло, что? Бат тоже, да? Алло? Корзинка. Корзину не... Имеется в виду какие товары, да, типа? Да. Нет, какие товары уже в кукис нельзя вложить, потому что это же относится к пользователю, который авторизовался, через логин, пароль зашел уже. Можно хранить, кстати, вот это. Видите, он хранит... В каком еще в кукисах хранит мой email? И даже пароль. Ну, пароль он здесь хранит как хэш-пароль, но об этом давайте позже. Он хранит еще мой e-mail. Посмотрим, где он хранит. Только мы, кажется, не найдем. Здесь слишком много куки-файлов. Он где-то вот в этих хранит мой e-mail. Сейчас посмотрим, может, найдем даже. Нет, видите, здесь непонятно, но он каким-то образом хранит мой e-mail, Remix. Вот Remix User ID, Remix какой-то мой ID еще хранит. Ну ладно. Он там по ID-шнику, наверное, достает. Можно хранить, короче, народ. Cookies это просто файлы. Ой, это просто информация о том, кто заходит с этого браузера, да? Какая-то информация для настройки. Это может быть язык. Это может быть валюта, это может быть e-mail. Чтобы он 100 раз не писал, вы можете в cookies вот этот e-mail записать, Azikus, например, да, изду. Это я захожу сейчас, смотрите, с этого, с Chrome, да. Если я с Explorer зайду, скажем, с Explorer зайду в vk.com, например. Браузер устарел, говорит. Давайте. Firefox попробуем. Просто я сюда заходил, наверное, через звука. Вот. Я зашел через Firefox. Почему он здесь не пишет мой e-mail? Потому что я через Firefox никогда не заходил в ВК. И он, соответственно, не запомнил, да, мой e-mail отсюда. Вы должны еще понимать, что одно дело, что куки издаются от каждого браузера отдельно, и плюс... Оно сохраняется в каждом браузере отдельно. То есть, если я через Chrome заходил, он сохранил cookies каким-то образом. А отсюда я не заходил через Firefox, и поэтому его он как бы здесь
в кухисах его нету, и тем более и он не предлагает мне мой email. Понимаете, да? Если я один раз зайду, и там он может уже сохранить. То есть, когда сейчас там, не знаю, что-то напишу, залогинюсь, азику, звезду, он уже может в куки положить и хранить это в куки. Потом в следующий раз, когда я обратно захочу отсюда с Firefox зайти, он уже будет предлагать мне. Потому что он уже сохранил в этом браузере мой email, скажем. Как этот Chrome. Вот. Cookies — это просто информация. Нужна она для таких мелких настроек, да, языки, валюта, там, e-mail и так далее. Может, какие-то цвета можно запомнить, да? Бывают же там крутые сайты, которые говорят, где можно настраивать какие-то цвета сайта для себя. Сейчас же вот сильно идет вот это вот понятие, персонализация дизайна. Он может какие-то цвета себе сам выбрать, сказать, я хочу вот такую настройку цветов, я хочу, чтобы ваш сайт был для меня красным, например, и выбирает. Вот такие вещи можно мелкие запомнить и хранить в браузере. В следующий раз он с этим браузером будет заходить на этот же сайт, и у тебя уже какие-то уже данные о нем будут. Окей, e-mail будет, не знаю, какие-то настройки цветов, настройки шрифтов, не знаю, язык, которым он будет сидеть на этом сайте и так далее. Эта информация хранится в виде значения, названия как бы переменной и значения. То есть вот, смотрите, мы сейчас попробуем тоже сделать. Пойдем, у меня код уже готов, я могу, давайте лучше покажу, а то мы уже не успеем сейчас. Вот простой код покажу. Сюда заброшу. Первым делом, смотрите, как можно задавать cookies. Cookies задается вот таким простым. Давайте покажу. Cookies задается тремя. Есть функция setCookie внутри PHP. То есть обязательно нужно открыть PHP, закрыть PHP, и внутри можно вызвать функцию setCookie. SetCookie принимает от двух до трех вроде параметров. Ну, мы обычно пользуемся тремя параметрами. Первый параметр — это название куки. То есть вы можете назвать здесь, скажем, language. Куки именно будет называться language. Название куки — это language. И теперь значение куки. Значение куки вы можете... То есть можно прям вот так написать, что это всегда будет русское, да? Или можно дать ему выбрать. То есть у пользователя будет select, которому будет выбирать свой язык. И этот язык он отправит, скажем, мне все-таки нужно писать, да, наверное, мы не успеем, да? Если я начну писать, мы сейчас не успеем. Давайте хоть что-нибудь попробуем написать тогда. Так вы не поймете, наверное. Я немножко привык писать всегда. Istdocs, зайдем, создадим новую папку. Cookies. Cookies, да? Здесь создадим какой-нибудь файл. Index.php. Пока без дизайна, то много не успеем написать. Sublime зайду. Здесь будет какой-то HTML. И здесь давайте скажем, сделаем такую вещь. Давайте какую-то формочку создадим быстренько. Action будет set.php. Сейчас мы это set.php сделаем. И здесь будет какой-то input, скажем. Текст, name, скажем, language. Вот так сделаем пока. Обычно мы не так будем делать, но input будет name, language. Или давайте select сделаем, select. Как мы с вами делали. Select, name, language пусть будет. ID не нужен здесь нам ничего. Будет option. Value будет ru. Здесь будет ru. Russian, да, скажем. Здесь будет option. Будет КЗ и Казах, например. Давайте еще один добавим. Option. Здесь будет English. 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 Например. English. И то есть он выбирает какой-то язык и отправляет вот имя параметра будет language. Value будет KZ. Можем через post отправить. Здесь особо разницы нет. Можем через get. Ну, давайте через get. Пофиг. Метод. Get. Это там get. Создадим вот этот set.php. Set.php. Вставим его. И здесь, скажем, здесь начнем прям PHP. И скажем, если if is set, да,
то, что пришло методом get нам, какой как length параметр, если пришел, если он не пустой, но сильно проверять не будем. Если прошел нам get параметр именем length, то мы сделаем так. Мы создадим новый куки. То есть для этого браузера на стороне клиента создадим новую информацию, куки, новый куки. Скажем, что здесь будет, название будет. Тоже можно назвать language здесь, ну да можно ln, без разницы. Давайте language назовем тоже. Называем его language и даем ему параметр, который нам пришел, вот значение length. То есть сюда, если я выбрал русский, сюда придет ru, если я выбрал там казахский, сюда придет kz, сюда придет kz и так далее. То есть сюда вставим какое-то значение. И нужно сказать, сколько там, не знаю, времени ты будешь его хранить на стороне браузера. Обычно там на год, да, ставить. Давайте мы поставим не на год, а на 20 секунд. Пишите обязательно time. Это time, который это нынешнее время, прям время, когда вот этот код запустится, вот это time, прям настоящее время, плюс и сколько секунд. Если вам нужно 20, скажем, часов, то, соответственно, вы говорите умножено на 360, например. 3600 секунд. Правильно, да? 20 секунд нужно 3600. Это будет 20 часов, да? Если вам нужно 20 минут, просто говорите 20 умножено на 60. Это будет 20 минут. Это будет 20. Вот это будет 20 часов и так далее. То есть нужно обязательно говорить. Давайте я 20 секунд оставлю. Вы говорите, что нужно на стороне, на браузере сохранить вот такой куки, называется language. Значение то, которое я отправлю, это может быть кзру и так далее. И сохраню этот куки на, скажем, 20 секунд. И сразу же его перенаправлю. Location. Ой. Header. Header. Location. Давайте его обратно перенаправлю на index.php. Сохраню куки и сразу перенаправлю его обратно в этот index.php. А в этом index.php давайте мы сделаем вот что. Вот здесь мы создадим какой-то, скажем, там h1. И здесь напишем вот что. Если задан вот такой... Куки это, кстати, тоже как глобальный массив. Куки, да? Вот так. Тоже как глобальный массив language, скажем, да? И здесь сделаем, давайте, вот таким образом. Print R, сейчас объясню. Куки. Куки length можно, давайте куки ладно. Это не принтер, тогда просто эхо. Куки народ это тоже массив, который хранит глобальный массив, который хранит все ваши cookies. То есть у вас же cookies может быть не только язык, у вас же может быть cookies там тоже валюты и так далее. И все эти несколько cookies будут содержаться именно в этом глобальном массиве куки. Из него можно вытаскивать. То есть первый раз, когда я зайду в index.php, у меня так как cookies, cookie length задан не будет, потому что я первый раз захожу, он вот это мне не покажет. Давайте прямо здесь напишем, типа you choose language двоеточие, точка. Так. Типа ты выбрал язык, и там будет название языка. Ну, kz, ru и так далее. Но первый раз, когда мы зайдем, этого кукиса у нас не будет, потому что мы его не задали. Потом вы вот это не увидите. Потом я задам этот кукис. Я вот здесь выберу какой-то куки и скажу, здесь мы забыли написать button type submit. Окей, напишу. И мы вот тут какое-нибудь выберем значение и окей, отправим в set.php. Set.php я возьму то, что он мне прислал. А там kz или ru или en, я это положу в cookies под названием language и с каким-то значением, да, там kz, ru. И положу в cookies на 20 секунд. И быстро же перенаправлю обратно в index.php. В index.php попадаем, здесь уже у нас cookies будет. Cookie language будет, и он должен будет показать. Но он будет, но он покажет, и когда 20 секунд пройдет, он уже должен будет обратно, должен очиститься. Он опять вот это должен стереть, потому что у меня куки пропадет. Вот этот куки пропадет, потому что я его всего лишь на 20 секунд поставил. Типа хранение на 20 секунд. Даже можно чуть больше. Давайте 30 секунд, чтобы я мог показать. Сохраняю и иду на этот сайт. Этот сайт у меня лежит cookies index.php.
Берем cookies. Ой, localhost. Идем. Вначале, видите, никакой информации нету, просто можно выбрать заказ. Скажем, я выбираю Russian, делаю ОК. Он говорит, you choose language RU. Обновляю, все нормально работает. 30 секунд он стоит. Здесь успеем посмотреть сейчас. Вот, language, значение RU, видите? То есть я установил куки, language, значение RU. Он действует с 12 апреля по 12 апреля. Из 16.34 начался, закончится 16.35. То есть это минуты, 34 минуты 57 секунд, 35 минут 27 секунд. Окей, обновляю, уже нету. После исчезновения 30 секунд мой куки удалился. Я могу еще раз выбрать English, окей. Теперь он говорит, что у меня English, я обновляю, он не теряется. Потому что 30 секунд, он этот куки запомнил на 30 секунд. И после истечения 30 секунд, сейчас, я обновляю, сижу просто, он должен исчезнуть. Кстати, когда он исчезает, смотрите, сейчас пусть исчезнет. Что так 30 секунд долго идет? Вот, исчез. Когда он исчезает, обратно захожу в cookies. И cookies у меня нету, потому что я удалил его. Ну, он исчез через 20 минут. Или можно вручную удалить. То есть можно не ждать вот столько времени, да, которое вы поставили. Можно вручную удалить или изменить. Изменить, кстати, сразу можно. Вот казахский говорю, окей, он у меня стоит казахский. Я могу сразу поменять на другой какой-то русский, скажем. Окей, и сразу стоит русский. Вот, русский, окей, и сразу стоит русский, обновляю русский. Или можно вручную удалить cookies. То есть, скажем, вы на год поставили, но какой-то, не знаю, по какой-то причине нужно этот cookies удалить. Вам этот cookies уже не нужен, вы там другую версию программы написали, где этот cookies вообще не используется, например. Короче, нужно как удалить cookies. Давайте мы сделаем еще одну ссылку. Напишем href, скажем, del, delete php, delete cookie. Куки с удалим, короче, все, что есть. И в delete PHP, когда он пройдет в delete PHP, мы давайте создадим delete.php. Зайдем туда. И тоже скажем. Здесь, чтобы удалить куки, надо писать тоже set cookie. Тот же cookie, то есть я хочу именно удалить вот этот cookie language. Значение вы можете поставить там null без разницы и можете еще дополнительно time минус 1 написать. То есть задать language значение null и пусть он удалится одной секунды ранее. То есть якобы прошлое время можете показать. То есть это наверняка уже удалит ваш cookie language. И сразу же здесь можем то же самое взять перенаправление. Сделать опять в индекс PHP. То есть чтобы не ждать, можно сразу удалить 30 секунд, чтобы не ждать. Давайте посмотрим. У нас все удалилось. Делаем русский, окей. Обновляем, стоит. И можем сразу удалить delete cookies. Все, нету cookies. Выбираем какой-то, окей. Обновляем, стоит. Говорим delete cookies, его уже нету. Обновляем, нету. Окей. То есть это простая информация в виде значения, в виде названия cookie и его значения, которое устанавливается на какое-то время именно в ваш браузер. И можно с этим работать на стороне клиента, на стороне браузера. Окей? И смотрите, вот такой пример. Но это давайте уже потом покажу. Давайте теперь перейдем к сессии, если у вас нет вопросов про куки. То есть, когда будет практические занятия, я могу еще снять какие-то практические моменты, используя куки и сессии. Сейчас давайте теорию пройдем, потому что можем не успеть. Вопросы по куки есть? Не стесняйтесь, задавайте. Do you have any questions? Нету, да, вопросов? Теперь есть такое понятие, как сессия. Сессия – это уже хранение информации на сервере. Как раз таки сессия будет понимать, то есть, ну, логика такая, что, например, я зайду, давайте не в ВК куда-нибудь, куда можно зайти, да, ну, в тот же DL, например, я захожу,
Вот я сижу на этом сайте, и он понимает, что я Азамат Тулегенов. Я иду на другой сайт, там, скажем, на какой-то курс иду, да, скажем, например, на этот курс иду. Захожу на другой сайт, это уже вообще другой сайт, да, другой PHP файл. Но он зерном понимает, что я Азамат Тулегенов. Как он всю эту сессию мою, то есть весь этот процесс, когда я сижу на сайте, захожу вообще в другое место, захожу еще куда-то, он понимает, что везде сижу я один. Везде сижу Азамат Тулегенов. Он понимает, потому что когда я залогинился, он сохранил данные обо мне, о пользователе, у себя в сессии. То есть сессия – это тоже глобальный массив, в который вы можете положить какие-то данные. И в основном туда ложат данные о пользователе. У пользователя ложат, можно еще много чего положить, если надо там. Да хоть что. То есть это, когда вы от какого-то PHP прыгаете на другой PHP, прыгаете по сайтам, из PHP файла в другой PHP, когда переходите, да, по ссылкам, по сайтам. Не по сайтам, то есть внутри одного сайта по этим, по ссылкам. Как я сейчас перехожу по предметам, там, оценки смотрю, назад иду, иду в начало, захожу в другой предмет. Куда бы я ни пошел внутри этого сайта, он везде понимает, что это я зашел, Азамат Тулегенов. Потому что он у себя в сессии это хранит. А сессия это тоже глобальный массив, куда ты можешь что-то положить и... Во всех других сайтах он будет понимать, да? Вот понимаете, да? Первый раз зашел, в сессию положил информацию о юзере, о пользователе, потом переходит на другие PHP файлы, и в других PHP файлах мы тоже через этот глобальный массив session берем и понимаем, что это юзер Азамат. Переходит на другой PHP файл, и там тоже мы берем через этот глобальный массив session, внутри смотрим, достаем юзера, и понимаем, что да, тут тоже сидит Азамат. Это связка такая, да, между этими, между сайтами, сессия связывает. То есть сессия глобальный массив, который доступен всем PHP файлам, и все PHP файлы, заходя в эту сессию, понимают, кто юзер, который, что за юзер зашел туда. Да? Это то, чего нам не хватало, по идее. То есть, ну, давайте сейчас с вами попробуем сделать один пример. Когда я зайду, у меня будет несколько страниц. Давайте вот так сделаем. Тоже создадим такой файл, назовем его session. Ой, я его создавал уже, да, Саша? Хочешь? Session. Нельзя посмотреть, как куки? Сессию, как куки, сейчас я покажу, давай сейчас. Там хранится только session ID, сейчас я вам покажу. А по идее, вся информация о сессии хранится на стороне сервера, и там можно с помощью вот этой функции echo или printer посмотреть. Давайте напишу my session, а то он что-то мне не дает создать просто session. Потому что session это, кажется, ищедоковский файл какой-то, почему-то он. Вот, это... А, нет, я создал, оказывается, да? Ну, давайте session, создать здесь файл index.php. И здесь будем работать только с сессией, например. Откроем. Какой-нибудь HTML создадим. Давайте здесь тупо сделаем формочку регистрации. Напишем не регистр, а логин. Давайте login.php. Он там уже зарегистрировался, якобы это логин какой-то. И здесь давайте быстренько два инпута. Type text, name, скажем, логин. Да? Такой же создадим, только паспорт. Логин паспорт, здесь type password пусть будет. Вот. И здесь сделаем еще button. Button, логин. Здесь напишем type submit на всякий случай. Давайте сделаем еще две странички, типа там. Welcome. Или давай там profile, profile.php. Какой-нибудь еще какой-нибудь файл, типа профайл, может быть, что еще, может быть, скажем, my, или вот так, playlist.php, например. Да? Ну ладно. Какие-то якобы это еще странички, скажем, профайл, это мой профиль будет, где там информация про меня, там мои друзья, типа. Playlist это, скажем, тоже страничка, где моя музыка будет,
показываться. Но сейчас там будет пусто. Давайте я профайл возьму. Пока вот так сделаем. Профайл. Пейдж. Пока там, давайте пусто будет. И здесь тоже. Плейлист. Пейдж, например. Теперь... Пока мы эти два профайла, плейлист, ничего не будем делать, давайте разберемся здесь. Скажем, он заполняет какой-то логин, пароль заполняет и отправляет куда? В логин PHP. Мы сейчас его создадим. Методом, как всегда, у нас, так как мы отправляем конфиденциальные данные, методом post. Отправляем в логин PHP. Создаем логин PHP. Создаем логин PHP. И здесь мы говорим следующее. Говорим, да, то есть, опять же, давайте проверим на всякий случай. Если из set то, что нам пришло методом post, методом post, то, что нам пришло, скажем там, логин, если он не пустой. Ну, здесь много проверок не буду делать, давайте просто логин проверим. По-хорошему и пароль там надо проверить и так далее. Password. Если нам... И с да, тоже. Так, если и set логин, sorry, и здесь надо одно убрать. И set пароль. Если пароль и логин заданный, давайте сделаем так. Здесь мы не будем проверять, лезть в базу, да, и проверять. Сейчас у нас времени хватит. Но предположим, тот логин, пароль, который он написал, скажем, он в базе присутствует. Просто предположим. Я там напишу Asicus 1, 2, 3, я отправлю формочкой и скажем, такой логин есть. Не будем в базу лезть, не успеем. И мы сделаем следующее. Я скажу, обязательно, чтобы работать с сессией, у вас нужно вызвать сперва функцию session start. Эта функция или начинает сессию новую, или возобновляет, которая есть. Ну, в данном случае она начинает сессию, потому что я... Самый первый вызывается вот этот session start, если он на логин, пароль указал. Мы вызываем session start, начинается сессия этого пользователя, и внутри глобального массива session, скажем, какой username, я могу положить его логин, скажем. Его логин. Или давайте не логин, сделаем еще один input. Нет, пусть будет логин, пароль. Ладно, пусть будет логин, ладно. Положим его логин. Вот я взял, если я, ну, предположили, что такой логин-пароль есть, что в базу не лезть, мы не успеем. Начали сессию, и я в session username положил логин. Сейчас, секунду, народ, секунду. Народ свой. Вот, я начинаю сессию и запоминаю его логин в мою сессию. Session start username. Все, username. И теперь давайте вот так сделаем. И перенаправляю куда, если как бы, если он якобы залогинился, я его перенаправлю в, скажем, в welcome, ой, не welcome, у нас как называется, profile, header location, profile.php, например. А у вас одна скобка лишняя после логин. Ну, перед точкой запятой у вас скобка, простая скобка лишняя. Так, перед ну, точкой запятой. Вот пятая здесь, строка, да? Все, да, все, да. Все. И перенаправим его на profile PHP. И давайте на всякий случай вот здесь две ссылки создадим. Сейчас вы поймете, почему я делаю это. В profile создадим. Например, my profile. И сделаем такой же, только в плейлист. Плейлист PHP. My плейлист. И смотрите, только когда он закинет пароль логин, и якобы он там авторизовался, мы стартуем сессию и в session кидаем его логин и перенаправляем на profile page.
И в profile page давайте укажем вот так. В profile page укажем вот такую вот вещь, народ. Можно было прямо в начале сделать вот так, смотрите. Давайте я здесь начну тоже PHP. Итак, PHP. И сделаю следующее. Скажу, если не isSet, если не задан глобальный массив session, если вот такого юзернейма нету у меня, нету, не задан, да, not isSet, то я его автоматом давайте перенаправлю. Перенаправлю, давайте сейчас скопирую, потому что 100 раз писать. Я его автоматом перенаправлю на индекс PHP, потому что он не залогинился, и он не может зайти на profile PHP. Как он будет заходить в page profile PHP, если он не залогинился? Не знаю, кто это, типа. То есть, если не будет задан username, я его буду автоматом закидывать на индекс PHP. А если он задан else, давайте напишу. Тогда я в какую-нибудь переменную, типа, скажем там, uname, это username, да, скажем, uname, положу session username. Чтобы сказать, что вот здесь, я давайте скажу, что echo welcome to your profile, Mr. или там Mrs. Давайте, без разницы, profile. И здесь напишем точка и вот эту переменную. То есть если он не залогинится, мы его перенаправляем на индекс, а если залогинился, то в uname сохраняю его логин и говорю welcome там to your profile и пишу его uname. То же самое можно было сделать и в плейлисте. То же самое сделаем. И ставим вот эту тоже нижнюю часть. Welcome to your playlist, например. Скажем, это плейлист этого же юзера. То есть эти две страницы не будут пускать, если он не залогинился. Как он будет своей музыки слушать, если он не залогинился? И то же самое с профайлом. И здесь я специально ссылки поставил, чтобы попробовать туда зайти. И он не даст мне зайти. И логин вроде понятно. Давайте проверим. Ой, куда я зашел? Сейчас, секунду. Здесь теперь не cookies, а session. Да? Session. Вот захожу. Давайте я тут вниз. Так, сделаю бр. Пусть спустится. Вот я захожу, и здесь сюда борщ. Пока без дизайна, без ничего. Вот. И попробую зайти в мой профайл. Захожу, он туда идет и сразу меня перенаправляет сюда. Туда идет и перенаправляет. Почему? Потому что я не залогинился. И здесь я типа пишу, давайте вот так. На языке, там, QWERTY, там что-то, 1, 2, 3, например. Ну, будем считать, что есть такой пользователь, и он ничего не сделал, да? Секунду. А, народ, смотрите, всегда, когда вы используете session, перед ним нужно ставить session start. Вот здесь-то мы не забыли, но забыли вот здесь. Вот здесь-то мы и обращаемся к session, значит, здесь тоже нужно писать session start. Session start, он не обязательно стартует, он вообще нужен для того, чтобы работать в сессии. То есть везде, когда вы обращаетесь к сессии, нужно ставить session start. И здесь тоже. Чуть не забыл. Опять обновляем, смотрим, заходим в профайл. А, он уже меня в сессию запихнул, видите? Так, надо session ID удалить сейчас, секунду. Вот как раз-таки ваш вопрос. Ну-ка, он у меня сессию сохранил. Давайте я еще одну страничку сделаю, удалю сессию сразу же вот здесь. В индекс PHP я сделаю вот так. У меня будет, смотрите, как я сейчас сделаю. У меня будет некий файл, называется он будет header PHP. И в этом header PHP я сделаю следующее. Здесь будет не HTML, здесь будет, скажем, просто какая-нибудь дивка. И в этой дивке у меня будет такая кнопка, как... Ну, это якобы меню у меня будет, но у меня менюшки никакой нету. Давайте сделаем меню типа. My. Эх. Какая-то меню, скажем, меню 1. Это капец долго будет, да? Но давайте не буду лучше. Вы считаете, что это какая-то менюшка, там есть контакты и так далее, и так далее. И здесь обязательно должна быть кнопка, как мой профайл, как логаут. И здесь давайте сделаем вот так. Ahref
Logout PHP и logout. Вот так сделаем. Это в header PHP будет. Logout PHP. И этот header PHP это то, это, короче, header PHP это то, что должны включать все сайты, чтобы у всех высвечивалась вот эта кнопка logout, ну, ссылка logout. Давайте я вот в профайле тоже его подключу. Вот здесь сделаю как PHP. Include PHP, вот так. И вставлю это тоже в, скажем, в плейлисте тоже вставлю. И вот так. Header PHP. А что в header PHP он, получается, покажет вот это покажет. И когда он нажмет на logout, мы уйдем в logout PHP. А logout PHP нам тоже надо создать. Logout он нужен для того, чтобы он сессию удалил. Чтобы юзернейм удалился, очистился. Как будто он logout взял, да, как будто он ушел с сайта. Logout PHP. Тоже открываем его здесь. И здесь просто говорим, как удалять сессию PHP. Здесь мы говорим опять же, чтобы удалить сессию, мы должны его вначале возобновить, как бы, потому что мы работаем с сессией, и потом сказать session destroy. Session destroy удаляет, очищает все данные внутри этой сессии. То есть ваш вот этот username все удалится, который вы сделали внутри сессии. Это делает session destroy. И сразу же его переведем на header. Вот где? Да. Только в индекс PHP переведем. В индекс PHP. После того, как он нажмет logout, мы быстренько удалим его username и так далее с сессии и переведем обратно в индекс PHP. Сейчас, вот из-за этого у нас сейчас проблема, потому что вот не получается. Удалим. Вот он у меня сессию сохранил, поэтому вот заходит, а ZK говорит, я сделаю logout, теперь попробую в мой профайл зайти, и он не заходит. И сюда не заходит, и сюда не заходит, потому что у меня в сессии теперь юзернейма нету. Теперь я пишу там, скажем, на ке, там что-то, что-то, логин. Вот, он мне говорит, welcome to your profile page в Маке. Попробую зайти в плейлист. Welcome to your playlist в Маке. Да? И когда делаю логаут, опять попробую зайти, он уже не заходит. Поняли, да, зачем нужна сессия? Тоже, чтобы хранить информацию о пользователе. Да? Когда он будет ходить по сайту, по этим веб-PHP-шкам, вы будете знать, что это один и тот же юзер. Потому что это одна и та же сессия, как бы, в которой он сидит. Здесь зайдем, говорим там, Aslujan, какой-то пароль, логин, логин делаю, все, он сохранил в session username сохранил, что Aslujan, а так как session username уже стоит, задан, вы можете спокойно по этим сайтам, страницам ходить, да? И опять делаю logout и ушел, не могу зайти. Поняли, да? Такая вот маленькая теория. Но на практике я, наверное, сниму более такой, побольше пример, практически больше. И то, что буду как бы на практике показывать, я буду записывать. Кунзапай тоже вам будет объяснять. И задание уже на этой неделе мы зададим вам задание. На session cookie плюс база. И на, этом же, на этой же неделе, наверное, я вам скину ссылку про проект. Какой должен быть проект, объясню все. Хорошо? Если есть вопросы по теории, спросите. У меня есть вопрос. Ага. Допустим, у нас проект, да, и мы залогинились, и там есть тоже много ссылок. То есть для каждой ссылки мы должны проверять из сет, да, вот так, сессию нашу. Да, если ваша страница подразумевает, что в нее надо заходить уже авторизован. Здесь не обязательно так народ делать. Здесь не обязательно сразу его, если он там не залогинился, сразу его выкидывать там в другое место. Это я вам просто показал. Можно, если сделать так, что если он не залогинился, его не выкидывать, этот же сайт показывать просто без его имени, без ничего, да, потому что вы не залогинились. А у вас какой вопрос был, я не помню, может, я не ответил? Нет, типа я спрашивал, что во всех сайтах надо проверять из set session, если мы залогинились. Нет, там, где, например, когда вы в контакты заходите, угу. Заходите в какой-то пейдж контакты, например. Если в этом пейдже не нужна информация про юзера, то зачем тогда, да, проверять session? Если есть страничка, где данные о пользователе вообще не нужны, какая-то статическая страничка, тогда session не нужен. А, понял. Session нужен там, где взаимодействие идет с юзером, да, который должен был залогиниться там, его имя показать. Показать, если это DL, например, народ,
если это DL, я когда захожу на этот сайт, вот основной сайт, где у меня предметы есть, да, он обязательно должен проверить session меня, то есть. Почему? Потому что как я покажу его предметы, не зная, кто он, да? Какие у него предметы, как показывать, не зная, кто этот пользователь, который зашел. Поэтому здесь обязательно идет проверка session. А какие-то статические моменты какие-то, вот, например. Например, вот здесь сессию не надо проверять, наверное. Потому что здесь основная информация. Чтобы вот я прохожу, скажем, какой-нибудь там вопросы-ответы или, не знаю, информация по работе с сайтом. Здесь тоже сессия не нужна. Здесь все не ссылка, а это, да, скачиваем какой-то. Но есть же странички, где типа контакты, да, где не нужен, не нужно знать, кто пользователь, и все. Там не надо сессию проверять. Здесь у нас все ссылки не на кур, не на какую-то страничку ведут, а просто. Вот видите, здесь уже он просит. Я зашел на какой-то курс, он уже просит, session проверил, просит зайти. Почему? Потому что на этот курс непонятно, какому-то студенту можно заходить, а какому-то нельзя, если он не находится, вот, да, не записан на этот курс. Скажем там, ректору можно заходить, например, а учитель, если учителя зайдут, опять же нужно проверить, учитель преподает этот курс или нет. Если нет, то зачем ему заходить? То есть для этого нужна информация о юзере. Да, народ? Еще вопросы? В общем, понятно все? Что такое куки, что такое сессион? Да, понятно. Теперь вы, когда мы, вы будете теперь делать так, что когда он логинится, вы из базы достаете логин-пароль, проверяете, если все нормально, вы сразу его кладете в сессион. И в куки можете положить его там логин, например, на всякий случай, чтобы он 100 раз не вводил. Это в куки. А в session ложите информацию о юзере. Я это тоже покажу. Я просто показал, как имя положить, просто чтобы теория была. А потом мы будем ложить сюда не просто имя, да, не просто юзернейм будем ложить сюда, вот сюда. А будем ложить целый объект юзера, который вы из базы достали, его можно целый объект положить. То есть внутри session у вас будет весь объект, где можно и ID достать, и имя достать, да, все, что хочешь. Почему? Потому что нам ID понадобится. Когда он будет заходить, скажем, в свой плейлист, а его музыка связана с его ID-шком. Не с его именем же связана будет, с логином там, а будет связана с его ID там. Или он будет заходить на сайт с товарами, а товары будут связываться с его ID. То есть те товары, например, которые он купил. Или когда он будет заходить в корзину интернет-магазина, опять же, нам нужно будет ID юзера, чтобы понять по этому ID, какие товары лежат на него уже купленные, типа, или там, который он в корзину положил. Мы будем максимум работать с ID-шкой. А логин или там name нужен будет, чтобы на сайте просто отображать, типа, welcome, там, Азамат и так далее. А вся остальная работа со связкой будет работать с ID, будем работать. Это уже на практическом... На практических занятиях я буду записывать. Еще вопросы? Я, кстати, тоже записал, рекорд сделал. В общем, понятно, народ, или как?